В этом году Московская область отмечает знаменательную дату – 95 лет со дня образования. День рождения региона приходится на первое воскресенье октября. Во все времена Подмосковье было и остается стратегически важным субъектом России. Это один из самых динамично развивающихся регионов. Он считается вторым в стране по численности населения. Являясь частью Подмосковья, люберцы вносят значительный вклад в его процветание и развитие. Городской округ входит в топ-3 промышленных муниципалитетов Московской области. Сегодня здесь действует около 25 крупнейших предприятий. Стартуют инвестиционные проекты, благодаря которым округ получает новые рабочие места и налоги. Кроме того, на территории Люберец реализуются федеральные и региональные программы по строительству социальной и дорожной инфраструктуры, модернизации систем ЖКХ и благоустройству общественных пространств.